Для воплощения идеи выбран греко-романский стиль. Репродукция знаменитой статуи Венеры Капитолийской, колонны, обрамляющие входную группу. Коллаборацию видно в каждой мелочи уже на подходе к первому в мире родонариуму. Его построили на территории действующего санатория. К слову, именно он в 2020 году представил проект на конкурсе от Федерального агентства по туризму. А сейчас в стране действует национальный проект «Туризм, индустрия и гостеприимство», который, по сути дела, позволяет вот те инфраструктурные ограничения на сегодняшний день, которые имеются, решить с помощью федеральных средств, федеральных кредитов, субсидий. Так удалось получить дополнительно 7 миллионов на реализацию проекта, плюс выигранные в гранте 3 миллиона. На них купили оборудование для радонотерапии. В основе этого метода лежит проникновение радона в организм через кожу и легкие. Вот почему мы решили его сделать? Дело в том, что радон в разных средах, когда он растворен, он по-разному действует на разные органы системы. Одни процедуры более показаны при одной группе заболевания, другие при другой. Здесь комплексное воздействие радона будет показано практически при всех заболеваниях, при которых радонотерапия применяется. Радонариум эффективен в лечении 150 заболеваний разного спектра, от сердечно-сосудистых до гинекологических. Внутри система простая. Первый этап – душ. Сразу после – пара и монаторий. Это аналог таджикского курорта Хаджа-Бигарм. Вместе с паром здесь подают радон. И уже потом пациент может окунуться в бассейн с морской водой. Концентрация морской соли 3,6%, как в Средиземном море. И он присутствует в радонариуме в качестве аналога фумарол с острова Искья. Есть такой очень популярный остров радоновый, весь курорт напротив Неаполя. Там множество термальных парков. Само помещение называют иммунаторий. Его построили как аналог известной пещеры в Австрии. Сюда также подают радон. Полное посещение рассчитано на час, с учетом, что каждая процедура занимает 15-20 минут. Терапию рекомендуют проходить раз в неделю. Это укрепит иммунитет. Уже после первого визита можно ощутить прилив сил. По информации руководства, цены за все это удовольствие держат на уровне среднерыночных. Это около 800 рублей за один визит. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.